Густой насыщенный мексиканский суп. По-моему, он даже больше рагу, чем суп, вроде нашего кубанского соуса. Недаром в Мексике его подают сразу за первое и за второе. Несколько непривычно класть картофель в бульон, подкисленный винным уксусом и помидорами, но ничего, все отлично уваривается и получается вкусно и ярко. Особенно если не пожалеть пряностей. Лук и чеснок нарежьте кубиками. Нарежьте свинину некрупными кубиками. Выложите в кастрюлю с толстым дном и залейте водой, пол-литра достаточно. Быстро доведите до кипения, снимите тщательно пену и опустите в суп лук и чеснок. Влейте оливковое масло, добавьте стакан протертых помидор и ложку томатной пасты, влейте винный уксус. Варите на слабом огне минут 40 до мягкости мяса. Картофель нарежьте крупными кубиками и выложите в суп. Варите минут 15-20. Посолите по вкусу, добавьте коричневый сахар. Все крупно молотые виды перца и орегано, плотно накройте крышкой и варите еще минут 10-15, до мягкости картофеля. Затем дайте супу настояться еще минут 15 и подавайте на стол горячим, лучше с кукурузным хлебом, или как у меня, с хрустящими палочками из кукурузной муки.